Всем привет! Сегодня проснулись пораньше утром, чтобы прокатиться на обзорной экскурсии по Мармарису и по тут окрестностям. Мы сейчас вот находимся на верхней точке, отсюда виден весь Мармарис. Сейчас я вам покажу, что из себя это представляет. Так, я пойду слева направо. Вот сейчас мы можем видеть, это как бы старый город, ну, то есть это отели, но они такие, это уже третья линия отелей, четвертая, не знаю, как там, пятая, бывает ли такое. Вот, но сейчас по мере того, как я буду камеру двигать вправо, увидите как бы первую и вторую линию отелей, то есть они так из себя представляют более высокие, более ухоженные, более такие. Ну, то есть они вот на самом деле вот близко к морю, а вот там как бы сзади вот мы видим на горизонте сами горы. А перед горами, собственно, море. Вот, напомню, что это город Мармарис. Смотрим на первую и вторую линию отелей. Камера сейчас именно на них. Вот. И вот так вот. Дальше вдоль побережья. Сейчас я подойду. Вот, это все отели. То есть город такой достаточно курортный. Проживает в Мармарисе 30 тысяч человек. Вот, причем когда во время, когда активно туристы сюда приезжают, то вдвое население увеличивается. Ну, то есть за счет туристов, насколько я помню. Вот. Ну, вид достаточно интересный. Вчера купались в море, море тоже достаточно теплое, но я думаю, что с моря видео я еще сделаю. Вот так все это выглядит. Вид достаточно хороший, достаточно интересный. То есть, в принципе, отдыхать и жить. Тут можно неделю-две, кому как. Сейчас июль еще не наступил, вода очень теплая, где-то 20. Если я не ошибаюсь, 29 градусов, но что-то это много, но кажется 29, я смотрел, в листочке было написано именно 29. Ну ладно, всем пока, с вами был Игорь, если видео вам понравилось, ставьте лайк, палец вверх.